смотрели, что быстро справляются. А? Я просто хотел спросить, на какой воде кальяны? Что еще раз хотел спросить? На какой воде кальяны будут? А я на розовый, без понятия вообще. Ты что, дурак? На святом источнике, конечно же. Молодец. У нас есть еще один бог подводок. Все? Ну ладно, хорошо. Ты бог подводок, а я лох подводок просто вообще. Так, ребята, короче, у нас батлы. Уважаемые бандующиеся, выходите к нам сюда на сцену. Все, что тянуть-то? Мы уже реально тянем, прям уж невозможно что и все, и кого. Друзья, давайте не тянуть, надо ехать на нашу репетицию. Она у меня в 22:30. Да, так что нужно быстренько со всем управиться. Итак, у нас 30 участников, правильно? 32? 32 это прям... 31. 8. Ну, видимо, так и будем делать, чтобы было для равного счета. Значит, 32 участника, уважаемые судьи. 4 захода по 8 человек, и всего 8, как всегда, нужно выбрать. Мы делаем по номерам, да, с 1 по 8, с 9 по 16, с 17 по другой номер, и потом оставшиеся. Выходите, две линии, 4-4, да? Линия 1 вот здесь нарисована, линия 2 нарисована, 4-4 шахта на порядке. Музыка глохнет, вы меняетесь местами. После этого вы не убегаете, да, внимание всем бандующим. Опять вы там разговариваете, сейчас услышите. После того, как вы показали все, что вы можете за минуту, вы выстраиваетесь в одну линию все и показываете номера свои. На спине, на ноге, на руке, чтобы судьи вас, ваши номерочки, списали, да? Я так понимаю, что первые 8 номеров уже встали. С 1 по 8 мы встаем в шахматном порядке, линия номер 1. Давай, Анечка, твой любимый порядок. Да. Вот. Ты тоже, да? Ага. Перемещайтесь на одного. Нет, раз, два, три. Я что-то не понимаю, их больше. С 1 по 8. Ты какой номер? 7. А что, кого нет? Кто-то лишний. А 24-й номер у нас почему-то оказался. Как так? Ага, 24-й. Одну секундочку, я сейчас принесу маркер. Со звездочкой, да, у нас будет? Кто подписывал номера вообще? Не мой. Мы сделаем так, у нас будет 4А, 4Б, не знаю, кто нахозячил, я не выписываю. А у тебя какая фамилия? Калетина? Калетина у нас 4А. 4А. Это не увидит никто. Да, но... девочки Калетина 4А. Марина. У меня написано, она под номером 4. А они обе Калетины. Марина. Я понял, что номер 4. А фамилия? Чулаева. Чулаева 4Б. Мы приносим свои извинения за такое. А тебя нету. Это Полин Поп. Настя, Лёш. Это Полин Поп Чики Бро. Вот эта девочка Полин Поп Чики Бро. Окей, ну мы, короче, это да, будем выяснять, но ты просто номера пиши. Все. Да, но это мы потом сами застыкуем, кстати, не переживайте. У нас, короче, 24-х номера. А, Б, да, если что, о них написано. Ну что, первые 8 номеров у нас выставлены в рядок. Let's go, погнали! I'm
Да. Политпоп Чехибро записан в детском батле почему-то у нас. И ты, видимо, просто тогда не вышло, и вот такая путаница получилась. Ладно, разрулим. Здесь 4Б, там 4А, если что. А готовятся номера с 9 по 16. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Прекрасно. С 9 по 16 номера могут выстраиваться в два ряда, по 4 человека, шаг по порядку. Выходим вперед. Все, прекрасно, Сергей. Умники! Let's go!
Спасибо, Сия. Ты была неподражаема. Спасибо, ребята. В одну линию выстроитесь, пожалуйста. Выстраивай. Надо 24, потому что вперед. Да. Все в одну линию, пожалуйста, показывайте свои номерки. Девочка без номера, номер 27, напоминаю. Все ок? Да? Спасибо. Спасибо, девчонки, спасибо. Судьи совещаются, выбирают 8 номеров, после чего у нас начнется баттл 1-1, мы можем выйти все, вот, мы все равно из вас будем брать. И пока судьи совещаются, ребят, на сцену все. Те, кто хотят выбирать, выходите вперед. Делаем круг для баттлов, садитесь на сцену, только не перекрывайте мне мониторы. Выходите, давайте выходите на сцену, давайте поддержим атмосферу. Да. Атмосферу шишесбар. Я исправляюсь просто. Да, выходите, не стесняйтесь, все равно потом награждение будет, все равно побежите за своим подарком, влезаем сюда же на сцену. Так, чё ж бегать два раза? Все устали уже. Такой день был освещен. Тем более, там вы сидите, здесь можно лечь. Да, да. Девчонки в последней номинации только лежа выходили все. Все можно на сцене вообще.
три. Номер пять. Следующая пара игроков – это номера 17 и 29. Номер 29. Номер 17 мешает. Yeah.
А сейчас мы играем, кто же у нас следующий? Раз, два, три! Best solo
Yes. Это смешно, ребят. Черновская Алина. Девчонки уже точно по две заработали, по две таблички сегодня. Нормит, нормит. Ну и... Окей. И первое место в номинации Best Solo Beginners. Их много сегодня, они много сегодня выступали, но кто-то одна из них получит табличку. Анастасия Чикибро. Thank you.
Итак, значит так. Сейчас судьи объявляют результаты. Да, отворачиваемся спиной, вот это все. А после этого мы вручаем Best Solo Ladies. Да, естественно, сейчас мы вручим это все. Потом Best Show Business. Вспомните об этом. Я прям за тобой встал, потому что это интересно. Я бы, конечно, всех бы пропустил в финал. Взял с собой на корпоратив в Питер. Раз, два, три. Подписываются на табличке. Может, пока наградим Best Ladies Solo. Давай, короче, сами разберемся. Давай второе место. Второе место я понес. Второе место, да, Best All Style Dancer Beginners. Тут пока без сюрпризов. Женя Руденко. Еще раз поаплодируем. Держи. Best Solo Ladies Beginners. Господи, сколько много сложных английских слов, за что это мне? Ну, образование у меня теперь такое. Третье место в номинации Best Ladies Solo. Ага. Третье место, Ladies. Все правильно? Ну, типа да. Остапова Анастасия, третье место. Best Ladies Showcase, оно же Best Solo Beginners. Остапова Анастасия здесь. Ну вот как, да? Выступили, приехали, и вот без надежды. Так нельзя, наверное, все равно. Все, положенное место. Смотри, шапочка какие, носочки. Как здорово. Все, давай, забирай себе, я следующий подарок, если не придет. Второе место Best Ladies Solo Beginners. Я понесу теперь. Второе место. Кейс. Юрченко Анна. А вот же она, Юрченко Анна. Держи табличку тебе. Подарки, фоточку. Как все делают, тоже хочу быть в тренде. Первое место Best Ladies. Короче, вы поняли? Еще раз. Костина Юлия! Вот она! Ну и напоследок самая массовая наша номинация. Наша самая массовая номинация, прежде чем мы сами побежим по своим делам. Анечка, несет табличку. Best Dance Show Beginners. Третье место. Funky Style. Третье место. Второе место.
стесняемся. Первое место уезжает ли в Москву? Подождите. У нас много гостей в этот раз. Первое место уезжает ли в Москву? И первое место уезжает ли в Казань? Не в Казань. А в Петербург, чертова дюжина! Убили!